Пап, ау! А вдруг у дедули интернета нет? Мам! Юани, поосторожнее там. Дети на фото были выше. Попробуй. Махало. Немытое я не хочу есть. Не хочу выпускной класс провести на тупом острове. Аппетитно. Алоха. Ух ты. Филипп. Джоуна Ик от зависти бы покраснел. Чей это дневник? Монкс, он служил... Служил на перуанце. Пропавший корабль с сокровищами. Эй! Откуда у тебя ночные войны? Ты знаешь про них? Это призраки ночных воинов. Призраки ходят по ночам. Когда подойдут, услышишь барабан. Все, сладких снов. Предупреждение? Решишь, когда у тебя дом отберут? Это земля нашей Аханы. Я скорее умру, чем уеду отсюда. Алоха и в тебе есть. А почему? Ведь ты гавайка. Дедушка моего дедушки получил от Монкса это. Она из золота. Но если найти золото, то дедушка... Держись покрепче! Какие мы нежные! Вот она, та самая отметка, которую мы искали. По-твоему, что там? Сестра возомнила себя Индианой Джонсом. Нет, мы сами. Мои дети полезли в пещеры в поисках несуществующего золота. Прошу прощения, мне нужно войти. Иоанни. Привет, Гара. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Порядок, можно идти. Клад, я иду к тебе. Пасть смерти. Звучит красиво. Видишь? Легко и просто. Не шевелись. Почему у него столько глаз? Это не глаза. Знаю, тебе страшно, но я буду рядом, обещаю. Я это сделаю, Каспер, ради деда. Бежим! Бежим скорее! Быстрей! Раз, два, три! Я совсем не занимаюсь спортом! Один раз был на кроссфите на бесплатном занятии! Помолчи! Помолчи!